ША-30 – трактор, предназначенный для ввоза удобрений на приусадебный участок и для вывоза урожая. Основной особенностью именно модели трактора ША-30 является то, что кузов в нем находится перед кабиной. В большинстве случаев этот небольшой трактор используется для выполнения разного рода коммунальных задач и для транспортировки строительных грузов. Сыпучие грузы – это песок, щебень, гравий, грунты, строительный мусор, порошкообразный – цемент, известь, гипс, мел, мелкоштучные – кирпич, мелкие блоки, бытовой камень, асфальт в плитках и так далее. Трактор ВТЗ-30 ША предназначен для эксплуатации в качестве универсального транспортного средства для транспортировки широчайшего спектра грузов, а также в виде силового агрегата для установки всевозможного навесного оборудования при осуществлении специальных задач во многих отраслях народного хозяйства. Ассоциация развития сельских районов предлагает услуги перевозки небольших грузов. На нашей базе в селе Колхуч Тварчальского района вы можете напрямую, без посредников, взять в аренду трактор ВТЗ-ША-30 с оператором для транспортировки грузов, а также спецтехнику для выполнения погрузочных работ.